Здравствуйте, дорогие друзья! Мы благодарим всех, кто, несмотря на столь поздний час, пришел отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Прошло уже 79 лет. Меняются поколения, уходят от нас ветераны, но память вновь и вновь собирает нас у памятников, обелисков, братских могил. Сотни тысяч траурных свечей горят сегодня в городах и селах нашей страны. Пусть всех нас объединяет память о соотечественниках, жизни которых унесла война. Никто не забыт и ничто не забыто. Мы начинаем всероссийскую акцию «Свеча памяти». Страшную цену заплатил советский народ за победу в этой войне. 1418 дней и ночей шли кровопролитные бои. Погибло более 27 миллионов граждан, а среди живых не было тех, кто не ведал горечи потери. 27 миллионов шагнули без смерти, чтобы подарить жизнь будущим поколениям. За годы войны фашисты разрушили 17 110 городов и поселков, стерли с лица земли 70 тысяч сел и деревень. Они убили 4 миллиона детей, 13 миллионов остались сиротами. Помните о тех солдатах, которые прошли через ужас войны, погибли, пропали без вести, остались живы. И память эта будет жива, пока об этом помним мы и наши дети. Наступила торжественная минута зажжения свечей в память о всех погибших в годы войны. Память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, о тех, кто умер от мучений и пыток в фашистских лагерях, кто сгорел в газовых камерах и взорвался на снарядах, кто бросался под танки и своим телом защищал от обстрелов детей и стариков. В эти трогательные минуты, пока каждый из вас держит в своих руках не просто свечу, вспомните всех, кто отдал свой долг на благо нашей Родины. Ведь нет в России ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Война постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Прошли десятилетия, пройдут века, десятки веков, а она всеобъемлющая народная память будет так же свежа, как свежи неувядающие цветы на братских могилах. И так же вечно, как вечен огонь, зажженный у подножия обелиска, венчающих воинскую славу ее известных и неизвестных солдат, ей верных и доблестных защитников. Память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны, прошу возложить свечи к мемориалу.